Так, друзья, мы находимся около пещеры. Внизу течет речка Пещерка. Это уже после водопада. Там где-то вот видно водопад. Пещеру вот можно снизу подняться, а можно сбоку по тропинке, как это мы сделали. Ну вот как бы вблизи у нас вот такая отвесная стена. Илюша, помаши маме ручкой. Вот здесь вход. Сейчас посмотрим, что там внутри. Стены тут все исписаны. Саша, я тебя люблю. Серега, я тебя люблю. Тут голубые, что ли, ходили? Это что за знак такой? Жопка. Так, ну что здесь? По-моему, это все-таки искусственно вырубленный грот. Ну, то, что еще. Насколько я понимаю. Так, как у нас освещение-то включается?